Пресс-секретарь президента России отреагировал на выходку грузинского телеведущего в эфире канала «Рустави-2». Дмитрий Песков заявил, что Москва считает абсолютно неприемлемыми оскорбления в адрес президента России и решительно осуждает их. Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузийские отношения, или будь оно последствием безумия абсолютного, но, конечно же, это недостойно грузинского народа. Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции. И, конечно, это большой позор для грузин, то, что произошло. Дмитрий Песков отметил, что в Грузии в последнее время нарастают антироссийские настроения, что не может не тревожить политиков. Мы с вами вместе наблюдаем последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков. И все это не что иное, как последствия нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала. Собственно, это и есть последствия, которые мы наблюдаем.